мы добрались на остров Нангюан. Это наша крайняя остановка в этом году. Всегда начинали с этого острова. В этот раз мы этим островом заканчиваем наше путешествие. В общем, наш домик К2 нас ждал. Вот К2, наш любимый домик. Значит, ну, ничего не поменялось. Единственное, здесь убрали кусты, выросли деревья немного и загородили нам вид. То есть, чтобы посмотреть на косу, нам нужно вот так вот примерно посмотреть. Но это неплохо. Кошек нет? Кошек наших нет. Сейчас будем искать, пойдем вечером искать кошек. Скорее всего, они где-то внизу сейчас, но что-то мы их не увидели. И вот, кстати, у нас под окнами растет люмерия. Вот. А так, в принципе, все видно. И вот пирс, и островок. И даже вот косу видно. Ну, в общем, мы довольны. И погода сегодня хорошая. Вот, я нахожусь на самой высокой точке острова Нангюан, на вьюпоинте. Так, это у нас, значит, развилочка. Дорога идет на вьюпоинт. Здесь вот даже так вот нарисовано, что там. Всего 230 ступенек. Вот туда вниз идти. От, получается, края возле воды. И вот до самого последнего камня, куда вот идет ступенька. 230 ступенек мы считали в прошлом году. Вот. Вот здесь вот за забором находится территория отеля. И чтобы сократить путь, раньше он был спокойно здесь открыт, но люди здесь начали ходить. Это получается через территорию отеля. И для гостей это было как бы неудобство, что постоянно ходят посторонние люди. Вот, поставили забор. И чтобы мне не идти вот вниз порядка где-то 150 ступенек, я прохожу вот здесь. Немножко по кустикам. И все. И я вот попал на эту тайную дорожку. Она такая засыпанная листьями. Вот, но идти очень быстро. И практически сразу выходишь к своему домику. Вот таким образом я спустился к развилке. Кстати, домики L1, L2, L3. Сейчас в данный момент идет там реконструкция. Вот старые дрова повыбрасывали. Делают новый пол. Внутри все обновляют. Вот Нангюан наконец-то начал ремонтировать домики свои. Мы очень ждем, когда отреставрируют домики категории А. Самые дешевые на другой стороне острова. Вот оттуда открывается замечательный вид. Вот мы очень ждем. Надеюсь, в будущий год мы сможем сюда приехать. И эти домики уже будут готовы нас принять. Вот, а пока мы идем по дорожке к своему домику. У нас сейчас, как и в предыдущие годы, домик К2. Это наш любимый домик. С самым лучшим видом из этой категории номеров. И у нас на веранде живут наши любимые кошки, которых мы кормим уже несколько лет. А сейчас мы вообще им привезли корм с острова Панган.
киса. Кушать будешь? Не будет он есть, он уже наелся. Ну да. И, кстати, мы им даже наложили вот здесь чипсы, колбаса и кошачий корм. Все, они уже не могут. А где вторая? Она пошла в туалет. А, так и сказала? Да. Ага, понятно. Он на нее с такой завистью смотрел, что она может скакать по горам. И у нас вот такой вот вид. Прикольный. Так. Кошечка уже поела. Вот один ест, другой уже умывается. Помимо наших кошек, которые живут там по домикам, здесь живут еще две кошки сиамские. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ты что там чухаешься? Он пришел вот из оттуда, вот пришел из камней. Каменные кошки, короче. Вот это вот лежит. Она все время почему-то спит. Кишу. Не, хоть вроде по-человечески. Что там увидел? А? Что там? Что-то там пошел, увидел. Страшно. Ну все, у него умывальные процедуры после приема пищи. Вот наш остров открыт для посещения с 10 утра до 5 вечера. Для приезжающих туристов вход стоит 100 бат. Вот здесь вот написано, чем нельзя здесь пользоваться. Кстати, вот висит запрет на дроны. Не, она только завелась. Так, вот нельзя здесь скайсерфингом заниматься, потом... Обычными этими какими-то дронами нельзя здесь пользоваться. Никаких собак, никаких железных банок, пластиковых бутылок и ласт. Ласты здесь запрещены, потому что очень много кораллов и люди их... Да, и тем не менее, люди все плавают в ластах, запускают дроны, привозят с собой бутылки. Вот стоит кораблик нангюановский. Сейчас мы на нем пойдем на Котау. Пирс на Котау находится вот примерно вот там. В пути минут 15 минут 15. Симпатичненько здесь стало. Thank you. Thank you. Вот мы приехали. Котау Resort. Отель, в котором мы не были 4 года. Hello. Hello.
Hello. Савадикап. В общем, мы вот заехали в номер в Котау Резорте Paradise Zone. Вот у нас здесь такая вот комната отдыха есть. Потом балкончик такой открытый. И частично вид на море. Но мы брали, если честно, без вида на море. Поэтому это компенсация такая бесплатненькая. Так, что у нас есть в холодильнике? Так, это все платное, вода бесплатная. О, кстати, прикольно. Фирменная вода Котау Resort. Супер. Красивая такая бутылочка. В форме капельки. Класс. Вот у нас тут сейф был закрыт, сейчас нам его поправят. Большой кондиционер. И отсюда, кстати, все в комнате управляется вот отсюда. Это очень классно. О, бассейн работает до 9 вечера. Mm-hmm. Это хорошо. С 7 утра до 9 вечера. Круто. Mm-hmm. И вот такой вот вид. Смотри, где ты. Да. Ау. Отсюда открывается вид на два залива. Вот этот первый вид. Первый залив, точнее. И вот второй. Мы с тобой 4 года назад жили. Вот наверху вот этот номер. Он идет на весь этаж. Вот это вот, получается, там джакузи. Лежаки стоят, и потом мансарда идет туда по всей длине. Огромный номер такой. Ресторан в отеле. Мы брали раньше стульчики, ставили их вот сюда вот и завтракали вот с таким видом. Напоминаю, мы в этом отеле 4-й раз. Первый раз мы остановились в 2011 году, потом в 2012 мы приезжали сюда с друзьями. Потом, кажется, 14 или 15 год мы здесь были. И вот вернулись сейчас. Очень скучаем. Нам здесь очень нравится. Там бурундучок бегает. Да то ладно, сейчас посмотрим. Вот такой вид, конечно, он стоит дорогого. И бассейн самый, что классно работает. Посмотрите, до 9 часов вечера. Вообще круто. Это что, манго растет? Какие-то плоды, нет, не манго. Ну все, пойдем. Слышишь, я говорю, бурундучок бегает. Да пусть бегает. Сюда побежал, меня увидел. Убежал. Ага. Так, вот здесь вот вниз лестница, там находится, насколько я помню, 3 номера CVU. И туалет мужской, женский. И у них вид под бассейном там. Вообще прикольно тоже. Такая пальмочка. Так, ну судя по всему, здесь ни бар, ничего не работает, да? Все внизу. Наружу нет людей, поэтому ничего
стук. Большой, маленький? Такой. Ух ты. Белка? Ну да, белка. Так, здесь даже есть массажный салон. Насколько я помню, там библиотека. Да, вот там кто-то сейчас сидит, что-то читает. Здесь снизу тоже номера. Вот номер на втором этаже здесь у нас. И еще выше один этаж тоже номера. Интересная композиция здесь. И вот отсюда вид такой с балкончика. Вышел утром, посмотрел, какая погода. Оделся и пошел загорать. Такая вот дорожка вниз, пляжную часть отеля. Мы вот вышли погулять. Наташа замученная. Какие интересные корни, да? Дерево. Косики маленькие такие, прикольные.
такой вот сегодня красивый, друзья, закат. Какой-то прикольный гриб. Или не гриб, даже похож на орла. Вот природа рисует краски на небе. Очень красиво. Вообще прям бесподобно. Нам включили подсветочку на бассейне. И закат еще. Отблески заката на горизонте. Очень красиво. Мы не пожалели, что приехали сюда. Потому что мы здесь только вдвоем, больше никого нет. Спасибо туристам, которые сюда не приехали, не помешали нам отдыхать. Прикольно. Магнитики такие веселенькие. Мы вот пришли на обратную сторону острова по деревянной дорожке. Посмотрите, какая здесь вода чистейшая. Просто чумачечая вода. Когда-то здесь дорожка, мы так поняли, шла вокруг острова. Можно было гулять. Здесь скалы красивые. Но мы ее ни разу не видели, чтобы она была действующей. Видимо, очень давно она поломанная. Вот на горизонте Котао. Видите, он как близко расположен к острову Нангюан. Все туристы съехали, время 5 вечера. Остров закрылся. И мы снова остались вдвоем. А нет, еще какой-то чувак идет. Это нам, кстати, соседа подселили. В соседнем бунгало будет жить. Только что заехал. Вот мы пришли на развилочку. Туда это на выход. А сюда на вьюпоинт. 230 ступенек. Каякер. Ох ты, прикольно, да. Смотрите, какой интересный коралл. Похож на какую-то медузу грибного вида.
прикольно, да? Прикольный такой. Где-то его сестренка ходит. Смотри, наед ты какой, наелся у нас. Отъелся, да он не наелся, он был худой и сейчас такой, ну, же. Он просто нет. Сидит и выглядит так. Ага, посмотри, я ему сейчас пузо гладила. Вон, смотри, какие у него бока. Где у него бока? Бока у него. Ну, как бы, да, что-то есть. Ну. Может, ты беременный вообще, слушай? Да, конечно. Ему потом миллион дадут. Ой. Первому коту, ой. Который... Ой, красавчик какой у нас живет. Ой, какой хороший кот, сиамский, классный, добрый. Так, а что у тебя здесь такое, болячка что ли, а? Смотри, потому что я вроде ноги общупала, а там я не щупала. О, ничего, у тебя пузо такое, слушай. Я же тебе говорю, у него еще там газики, у него там что-то бродят, что-то... А что ты, мурчит? Мурчит, конечно. Видишь, он завалился. Ой, ну вообще, мы им корм привезли специально, вискосом кормим. Я покажу. Ага, вот, этот еще не открывали, кстати, это с чем? Там комплекс короче, с каким-то сейфудом, да, для взрослых кошек. Классный котик, классный. Как трактор. No. Мурчит. Классно. Ой, кайфуша. Классный. А сколько ой, супер. Ой. Ой, кайфуша-то какой. Пойдем на улицу. Гулять пойдем? Гулять пойдем? Да, пойдем закат смотреть? Да, все. Кот завис. Когда хвостом машет, что это значит? Нравится или нет? Злится. А что злится-то? Ну, он его не погладил. Машет, потому что он и машет, у него хвост перебитый. А, да, кстати, у него хвост перебитый. И вот здесь вот лапка больная. Вот здесь вот у нее лапка больная. Нет, кстати, я вон ее щупала. Ну, он хромает на нее. Да он не на нее хромает, вот именно что. Че? Где? Сестрица твоя где, а? Да мне кажется, это его дочка, а не сестра. Да нет. Он же больно, он такой. Старенький. Ну-ка покажи зубки. Не он, а не стучка. Зубы покажи. Зубы покажи. Коричневые. Источенные нижние. Ну, источенные, господи. Ну... А у нее нет, а кораллы грыз, наверное. Нет, а у нее острые. Мы вот спускаемся с нашего домика на пляж. Вот. О, какая у нас есть замечательная ракетка. Опа, электрическая. Она нас очень, кстати, спасает. Мы ее купили на Пхукете за 99 бат. От розетки зарядил. О, что-то попалось. Какая-то нечисть. Да, то, что мы брызгаемся, кстати, оно, не знаю, вроде помогает, но с ракеткой как-то спокойнее ходить. Вот такая вот тропочка. Ступенечки вверх-вниз. Что, комаров бить будем, нет? Где их тут место обитания?
Да ладно, где? Что за ерунда? Не слышно треска. Ну-ка давай ты иди вперед. Вот тут, кстати, смотрите, какой кактус растет. Прикольный. Кстати, на нем цветочки. Ух, Наташа такая прошла, от нее шлейф антимоскитовым спреем. Местный чувак пошел на рыбалку. Вот такой вот вечером остров, когда уезжают туристы, никого не остается, только постояльцы отеля. Вот, и можно вот в полной степени насладиться этим островом. Мы сейчас возьмем вот здесь вот лежаки, поставим их прямо на край и будем смотреть солнце. Остров с картинки. Ты-дым. Совпадает? Совпадает. Один из самых красивых видов этого острова. Вот именно эта картиночка. Идем по мосточечку такому. Раньше, помнишь, здесь такие пяточки были нарисованы, и было написано «Стоп, лук, лук». Мы еще балдели, лук, лук постоянно. А сейчас что-то их как-то затерли. Вот на таких сваях, на камнях. Там камень-то, получается, держится на чистом... как это? На честном слове, да? На него влепили такую какую-то мачту и поставили дом. Молодцы. Здесь тоже вот вообще на отвеска на какой-то прям прилепили. Блин, хорошо попрыгаешь на веранде, упадет. А, вот они привезли очень много. Это самуйская лампрея. Они привезли туристов много. И, кстати, есть... Вот смотрите, написано 3 июля 1994 года. Мы долго думали, когда же этот остров как бы так вот стали заселять и возить сюда на экскурсии. Но вот есть подозрение, что в 1994 году построили вот эту тропинку на вьюпоинт. А скорее всего до этого она была просто обычная. Сейчас вот этот народ уйдет оттуда, это явно туристы. И мы будем там одни. Нет, нет. Мы здесь живут. Ёлки-палки. Все, поскакали.
Вот сегодня вот такая вот красота на острове Нангюан. У нас сегодня заключительный день, полный день. Завтра выезд в это же время, в районе 9 утра. Мы сейчас пофотографируемся и пойдем вот сюда вот купаться, вот в эту акваторию. Здесь очень много рыбок, пока нет туристов. Очень классно будет купаться. А вот и пришла, кстати, лампрея. Вот мы его долго ждали. Какая лампрея пойдет в Бангкок и откуда она пойдет. И судя по тому, что она сегодня зашла, есть большая надежда, что завтра мы сразу же с этого острова на ней стартанем в Бангкок. А иначе нам придется ехать на вот таком вот маленьком кораблике до Котао, там полтора часа сидеть и ждать вот этого катамарана. А так вот круто, да, вот сразу сел здесь, загрузился и поехал. Вот он, шестерочка, да, как раз большой катамаран. Фух, ну это хоть обнадеживает. Тихонечку подходит, так его не слышно. Ну что, вот и подошла к
к логическому завершению наша поездка очередная в Таиланд. Мы сюда приехали в 11-й раз. Пробыли здесь почти 6 недель. Завтра уезжаем в Бангкок. Утром придет катамаран. 2 часа до материка. И потом на автобусе до Бангкока около 7 часов. И будем на месте. Вот такой вот сегодня красивый закатик. Посмотрим. Проводим солнышко островное. И завтра уже поедем в сторону дома. Ракушек что-то в этот раз мало насобирали. На Нангюане их как-то то ли туристы все собрали уже, нам не достается вечером. Хочу сказать, поездка была классная. Мы открыли несколько новых мест для себя. Ну и потом поехали по старым любимым местам. Вот одно из наших любимых мест. Вот этот остров. Замечательный, классный, тихий и ни с чем не сравнимый. Обратите внимание, идем не по песку, а по кораллам. Это все кораллы битые. Такой кадр, да, за спиной? Сейчас еще больше солнышка нальется. Облаков сегодня мало. Значит, все будет, вся красота будет там. Проводим солнышко, сходим на ужин и пойдем собирать чемодан. Давай пару слов для нашего исторического видео. Домой уже хочется. Да, вчера, кстати, вообще не хотелось. Все, а сегодня хочется. Как-то хочется. Не знаю почему. Да. Почему хочется? Я бы еще остался на пару дней. С удовольствием. Но посмотрим. Что смотреть-то? Ну да. Домой надо ехать. А домой, мы и так едем, да? Домой. У нас самолет через 3 дня. Мы завтра, получается, будем весь день ехать. Приедем поздно в Бангкок, около 9 вечера. Пока доберемся до отеля, будет 10. На следующий день у нас вот световой день весь. И в воскресенье рано просыпаемся, завтракаем. Чемоданчики быстро упаковали. А во сколько самолет? В 1:30. То есть в 10:30 нам надо быть там. Где-то в 9:30 будем утра выезжать из отеля, так что. Хотя не помню, то ли в 1:30, то ли в 2:30 самолет. Ну, в общем, как-то так. Ну, в районе 9-10 утра мы уже будем выезжать из отеля, из Бангкока. Ну, по крайней мере, не в 6 утра вставать, не в 5. Ну, как да. Мы до этого на Эйрастану бежим прям вот вообще, вот невыспанные такие. Вот. Тем самым небо еще больше наливается. Смотрите, какие краски. Вот так вот. Да, здесь чудесненько. Сегодня 5 апреля. Мы уезжаем домой. Нангюан, до скорой встречи. Идеальнейшая сегодня погода. Но мы уже накупались, наплавались, насмотрелись рыбок. Честно говоря, немного даже тошнит от них. Но все равно мы об этой картиночке будем скучать.
Please use the rear.